Невероятная эмоциональная история произошла в городе Кампинас в Бразилии. В одном из бедных районов города жизнь текла своим чередом. Как вдруг привычную картину нарушила рыжая собака. Она вышла из-за мусорных контейнеров, неся в зубах новорожденного младенца. Видно было, что ребенок только что появился на свет, ему даже не обрезали пуповину. С ребенком в пасти собака направилась в ближайший дом. Домохозяйка, которая увидела эту картину, была шокирована. Переборов начальный испуг, она поспешила на помощь ребенку. Невероятно, но оказалось, что маленькая девочка жива, а собака, бережно перенесла новорожденного, совсем ее не повредила. Ребенок был сразу же доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь. Врачи говорят, что девочка здорова и уже ничто ей не угрожает. Полиция пытается найти биологическую мать ребенка, которая совершила этот бесчеловечный поступок. А тем временем собака, спасшая ребенка, стала знаменитой мамой. Многие даже захотели взять ее себе домой. Но она осталась верна своему свободолюбивому характеру. Вот такая вот история. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.